Всем привет, с вами Важный Кот. Сегодня в выпуске будет очень интересное для меня приобретение. Я не знаю, оно, это спонтанная покупка. Эта штука была куплена вместе с следы от пиратов, наверное, остались. Эта штука была куплена вместе с, если помните, игрушки Pop от фирмы Funko. Данная игрушка Toy Story Disney Pixar от Hot Toys. Вот такая вот первая моя фигурка от компании Hot Toys. Если я не ошибаюсь, это китайская или гонконгская фирма. Знаете же, да, что Гонконг себя как бы позиционирует как город-государство внутри Китая, но китайское правительство с этим не согласно. Ну, отвлечемся от этого, значит, у нас обзор. Это Toy Story по мультику «Игрушечная история». И в комплект, а точнее в эту серию входит у нас Зорг, инопланетёшки, солдатик, а также Вуди, Джесси и Базз Лайтер. Что в этой коробке, я сказать пока не могу. Вот здесь мы видим надпись «Маленький размер Cos Baby». У фигурок имеются съемные аксессуары, инновационный хороший дизайн, потрясающие детали. И высотой они приблизительно 8 сантиметров. Ну да, видно по коробочке, что это небольшая штука. Ага. Коробка у нас вот так вот запаяна. То есть как-то подглядеть, заранее узнать, что в ней, невозможно. И мы ее открываем. Что в ней? Я уже вижу, кто в ней. Да и вы уже видите, кто в ней. В ней Базз Лайтер. Он такой тяжеленький. Вот такой вот Cos Baby Базз Лайтер. И у него даже на ноге написано Энди. Disney Pixar. Что с ним можно делать, я не знаю. Шлем создает впечатление, как будто выполнен из стекла. У него подвижные вот так вот ручки. У него даже крутятся кисти рук. И точно так же могут двигаться ноги, вот эти вот маленькие культяпки. И фигурка действительно тяжелая, она вот прям реально тяжелая. Я даже не знаю, это, что это такое, Hot Toys, что вы сделали. У него гибкие крылья, фигурка сделана из винила, судя по всему, она такая вот. Интересное решение, в общем, но это, я думаю, все-таки больше подойдет в коллекции каких-нибудь фанатов данного мультфильма. Я бы предпочел, конечно, Базз Лайтера в его естественном размере, а не вот в таком вот сморщенном Small Cos Baby, Cos Baby, как там было написано. Но тем не менее, он счастлив. Бесконечность не предел. Вот такой Базз Лайтер от компании Hot Toys. Больше я про него сказать ничего не могу. Подвижные руки, ноги, кисти, ступни, колпак, который не открывается, не откручивается. По крайней мере, я не буду рисковать это делать, он не открывается никак. И он тяжеленький. Ему еще нужно, чтобы поставить на полку, как-то вот подобрать центр тяжести, чтобы он не падал. Вот такой Базз Лайтер. И еще одно не менее странное для меня приобретение, это вот такой пакет. Ферби. Я знаю, что кто такие Ферби. Здесь вот логотип компании Hasbro. И Ферби — это такие странные инопланетные существа вот такого вида. Очень популярная игрушка, особенно девочки любят такую штуку. Она вроде как разговаривает, там у нее что-то, рот открывается, глаза мигают, меняются, может даже лапками шевелит. И здесь написано, что это серия 2. Супер Сквиши. 4+, возрастное ограничение. Давайте откроем, посмотрим, что же там внутри. А внутри мы видим вот такого вот покемона, который на самом деле Ферби. Он немножечко контуженный, его глаза смотрят по-разному, но он синенький и у него нет хохолок или рог, я не знаю, что у них должно быть, как оно, а вот оно открывается. О господи, у этой штуки есть хвост, и она вот такая вот, это сжималка. Можно издеваться над Ферби, то есть. Ну-ка, Ферби, взгляни на нас ленивым глазом.
Она заполнена какой-то жидкостью, и я думаю, лучше всего эту жидкость не проливать. Мало ли, какие химикаты могут находиться внутри такой вот штуки. Но фигня забавная, я вам доложу. Такая вот антистресс игрушка. Ага, у него здесь... Вот здесь вот я нащупал у него то ли... А, нет, это утолщение, просто у него здесь пластик. Я думал, там внутри еще какой-то шарик или типа того. Вот такой вот Ферби. Ферби мялка. Он всех подозревает. Классная штука, на мой взгляд. Можно подурачиться, она вот даже отпрыгивает. Все же хотели бы поиздеваться над Ферби, особенно родители, у которых дети конючат. Ну купи Ферби. Себе вот купили вот такую вот игрушку и вымещаете на нем злобу. Такой вот Ферби. И в то же время он такой накумаренный немножечко няшка. Достаточно прикольная игрушка. Где мои создатели? В общем, вот такой Ферби попался мне на глаза, и я его купил. Хотя сам не знаю для чего. Поиздеваться, наверное, над Ферби. Это называется непрямой массаж сердца. Позитивная штукенция. Очень хорошо, что он попался на него такого синего цвета. Мог же попасться еще розовый. Да мне, в принципе, было бы пофигу измываться над розовым или над синим. Вот здесь вот мы видим, да? Что здесь внутри жидкость какая-то. Когда-нибудь я его обязательно проколю и узнаю, что там за жидкость. Надеюсь, что я выживу. На этом все. Вот такой вот няшный сегодня выпуск. Такие маленькие няшки. Не удивляйтесь, что такие видео появляются на моем канале время от времени. Я все-таки не простой коллекционер, я хапуга-собиратель. Я гребу все, что попадется, и пристально разглядываю это дело. Поэтому здесь вы можете на моем канале увидеть как обзоры на вот такие няшные штучки, так и на совсем ужасные, страшные, отвратительные фигурки. Как, например, McFarlane Toys. Ну, на этом все. Выпуск завершен. Спасибо за внимание, ставьте лайк, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. С вами был Влажный Кот, пока!